I should laugh, but I cry, because your love has passed me by. You took me by surprise, you didn't realize that I was waiting. На днях у меня все пошло кувырком. Мои колонки подают последние признаки жизни. Мой тот самый микрофон разваливается на глазах, словно машина Стэнли Ипкиса. И мало того, вчера у меня навернулся даже мой телефон. Это если говорить о банальных вещах и не вдаваться в подробности. Также на днях была крайне душнейшая лекция в актовом зале. Она была настолько унылая, что я буквально чувствовал, как каждая минута наносила мне ментальный урон. Я прям чувствовал, как трачу свою жизнь на какое-то ненужное дерьмо. Я просидел там 3 часа, и от осознания того, что это всего лишь половина, у меня начала ехать крыша. Заметив на столе черный, красный и зеленый маркер, я начал рисовать повсюду Джокера. Также, вспомнив реакцию Мэдисона на аниме Харуки Судзуми, у меня появился соблазн прям при всех нарисовать себе улыбку Джокера, так как на тот момент я был именно в таком состоянии. Я начал сходить с ума и рисовать в тестах всякие штуки, которые вы видите на экране. Мне было настолько скучно, что я вырезал из бумаги сущий хер и положил его в бокал, из которого пил. После чего, дождавшись перерыва, просто взял и свалил, написав в тесте «Драбин кок» и оставив его там. Эта скука была настолько невыносимой, что мне было уже плевать на прогул, на реакцию людей, которые увидят мой тест, и вообще на все. Я просто хотел свалить оттуда подальше. И вот, придя домой, мне снова начали трахать мозг эти гребаные колонки и этот сраный микрофон. Все в моих руках буквально разваливалось, как и я сам. И вот, в один момент, я впал в такое же овощное состояние, и заметив на столе маркеры нужных цветов, я нарисовал себе грим Джокера и начал говорить всем в чате в телеге, что я Джокер. После чего, прострав целый день, как и все остальные, у меня было настолько дерьмовое настроение, что я чисто по приколу пошел пересматривать фильм «Джокер». Да, тот самый фильм, рассказывающий о том, что Джокер — это Артур Флек. Знаю, звучит глупо. Но об этом в конце ролика. Несомненно, я бы мог сделать что-то полезное, пойти писать сценарий, рисовать анимацию, или же банально убраться в комнате. Но нет, такова моя ноша. Ноша Джокера. И я ее несу. Поначалу я сомневался в правильности своего выбора. Ведь зачем мне вообще пересматривать Джокера, если я и так помню весь фильм наизусть еще с первого просмотра? Но чем дальше я смотрел, тем сильнее я погружался в эту картину. Ближе к концу я почувствовал, как по спине ползут мурашки от тех самых иконичных сцен. Досмотрев фильм до конца, я во второй раз осознал, какой же это шедевр. Это настолько великий фильм, что поведение героя я бы описал как призыв к действию. И вот, время 00:30. Я осознаю, что мне нужно будет рано вставать, так как завтра я шарага еду на какую-то экскурсию. И что я, понятное дело, не высплюсь. Затем я поступил как настоящий мужчина. Я в рваных джинсах, буквально рваных, так как я сам лично их рвал, в старом засранном пальто, в солнечных очках и сланцах с бахилами, которые я забыл снять на выходе из спа-салона и оставил по приколу, с гримом Джокера, нарисованным фломастерами, поехал на велике по ночному городу на заправку, по пути танцуя под саундтрек Джокера, а вернее отжигая как бог. Мимо меня проезжали менты, и несмотря на то, что я ехал без отражателя, без фонарика и без рук, они просто проехали мимо, понимая, что со мной лучше не связываться. Я приехал на заправку, там женщина смотрит на меня и неуверенным таким голосом говорит типа:
Аккуратней, здесь мокрый пол, я его только что помыла, и я такой... Ладно. На ее лице читался чистый ахуй от моего внешнего облика. Я взял два энергетика, один на сейчас, второй на утро, и поехал обратно домой. Самое забавное, что за весь день у меня впервые поднялось настроение, причем поднялось до небес, несмотря на то, что я делал очевидно полную херню. Я был горд, в тот момент я будто расцвел, и тут я понял. Пришло время стать тем, кем я был всегда. Долбоебом, блять! Ну и когда я лег, я не мог уснуть, так как энергетик и невероятный мозговой штурм не давали мне спать. Довольно значительную часть времени я думал о том, каким же будет Джокер 2. И вот, детище моих размышлений сейчас перед вами. Начнем с того, что хоть создатели изначально были крайне против сиквела, он уже был официально анонсирован. И были даже первые слухи о примерном сюжете картины. А именно, что в сиквеле Артур будет бороться с более жестоким подражателем Джокера. И это полное дерьмо. Ну прям... Дерьмо? Дерьмо. Полное дерьмо. Это самое тупое говно, которое только можно придумать для сиквела. И я очень надеюсь, что создатели не пойдут таким путем. Ну, короче, я поделюсь своими мыслями касательно того, каким бы я снял, хотел видеть вторую часть. Номер раз. История Харли Квинн. Это довольно очевидное решение, особенно если создатели хотят снять фильм в духе оригинального. История о том, как врачиха Харлин Квинзель пытается вылечить Джокера, но вместо этого влюбляется в него, а Джокер сам сводит ее с ума. По-моему, из этой идеи может родиться тупо топ-фильмец, и создатели явно справились бы с реализацией данной задумки. Но есть одно но, даже два. Номер один. Фильм называется «Джокер 2», так что очевидно должен быть про Джокера, но с этим еще можно поспорить. Но с чем поспорить, к сожалению, нельзя, так это с пунктом номер два. Марго Робби тупо не даст сыграть Харлин Квинзель какой-нибудь другой актрисе, даже несмотря на то, что у нее уже было три сраных фильма в этой роли, два из которых... хуйня полная. Я даже поначалу из-за этого ее хейтил, особенно учитывая, насколько говеная у нее Харли Квинн. Разумеется, это было до просмотра «Отряда самоубийц 2», в котором она была действительно хороша. Ну ладно, раз уж этот вариант мы отбросим, то что еще остается? Ну, во-первых, явно не стоит продолжать первую часть напрямую, то есть возвращать тех персонажей и упоминать его события. Так как оригинальный фильм достаточно самобытный, и его можно трактовать по-разному. То есть самому додумать, что произошло на самом деле, а что было воображением Артура. Либо даже, что все события фильма Артур выдумал. И весь фильм является той самой шуткой, которую мы не поймем. Так что, если пролить свет на те детали, которые намеренно не были однозначно раскрыты в первой части, это тупо заруинит оригинальный фильм, так как пропадет эта самая возможность на додумывание и свою интерпретацию. Так и что тогда делать? Все очень просто. Взять уже готовый образ Джокера из конца фильма и показать его становление королем преступного мира. На то, что фильм будет про его криминальную карьеру, может намекать присоединение к команде Мартина Скорсезе в роли продюсера ленты. Также, учитывая то, что первоначально на роль Джокера рассматривался пельмень Ди Каприо, а также его тесные отношения с вышеупомянутым Мартином Скорсезе, есть определенный шанс на появление Ди Каприо во втором фильме. И тогда будет как и в первой части. Два крутых знаменитых актера на главных ролях. В первом случае, конечно же, Хоакин Феникс и Роберт Де Ниро. Также напомню, что в конце первой картины Джокер не стал полноценным злодеем в прямом смысле. Он стал скорее антигероем или антизлодеем, или как там еще эти всякие черные кабинеты выражаются. Так что во второй части можно показать его еще большее падение в моральном плане как личности. Пацаны, Джокер 2. Это мы ждем. А еще я должен рассказать вам правду. Все это время создатели фильма вас обманывали. В кинофильме говорится, что Джокер это Артур Флек, но это не так. Ведь на самом деле Джокер это я.
каким же будет Джокер 2? И вот детишки. И вот детишки, блядь. Знаете, мне особо нравится то, как, ну там, например, Азазин воспринимает Джокера. Типа как какая-то зумерская параша, в котором главный герой это думер, у которого все хреново, но потом он становится крутым. И все вот эти вот зумерки, школьники, школьнички видят в нем себя. Такие люди считают, что фанатеть от персонажа Джокера зашквар. В основном просто потому, что он стал мейнстримом. Но, пожалуйста, скажите, что делать мне, если я и есть Джокер? А это команда СОС. Еще одного куколда привели. Чем это он так доволен?